Обзор циркулярной пилы Vortex CS1916L специально для 7745.by. Куплено было около полугода назад для частного использования, для дома, так сказать, при постройке гаража, обрезка, обгонка досок. Для домашнего использования вещь отличная, относительно цена-качество лучший вариант, что мне показалось. Что здесь из плюсов? Подошва дюралевая, соответственно, при работе и стирании, в отличие от металлической, не будет ржаветь, так как на металлических краска сдирается. Далее что? Изменение угла реза 45 градусов. Также, соответственно, изменение глубины реза. Легким движением опускается, опускается на нужную глубину. 65. Также лазер. Дополнительно помещение отлично светит, хватает. Конечно, при солнце, при ярком солнце его практически не видно, еле-еле. Ну, для помещения и такой пасмурной погоды видно. Соответственно, кожух, как полагается. Диск. Диск 190 на 30. Стандартный. Зубья 24. Мощность 1600 ватт. 4700 оборотов в минуту. Шнур такой средней жесткости. Нормальный, на стирание хорошо как раз. Ручки прорезиновленные. Шкала, соответственно, здесь есть. Направляющая, это для угла. Прямой рез и под углом. Если 45 градусов, это вторая. Советую для покупки, для домашних использований.